Обновленную детскую площадку торжественно открыли в Краскове на улице Карла Маркса. На придомовой территории установили новые игровые элементы и спортивные сооружения. Такой подарок попросила жительница поселка 9-летняя Ксения Лукина. На днях она установила 6-й рекорд мира по подтягиванию на перекладине. Теперь мест для тренировок стало еще больше. На новой спортивной площадке юная Ксения Лукина готова заниматься хоть каждый день. Главное, чтобы позволяла погода. До этого тут были только парочку турников. Они были кривые, брусьев вообще не было. А вот тут вот, там были такие для рукоходики для детей с горкой. Для успешной спортсменки этого было, конечно, недостаточно. В конце прошлого года Ксения попросила установить рядом с домом новые турники и снаряжение. Сделали даже больше, дорожки сделали, опилили деревья, еще фонарь обещали нам поставить здесь и дополнительный. Здесь и взрослая вот площадочка по высоте видно, турники, брусья, мешок боксерский. Новая площадка стала подарком для жителей всех окрестных домов. Вместе со спортивной зоной обновили игровые элементы. Занятия по душе могут найти дети разных возрастов. Я хочу, ребята, вам сказать, что вы занимались спортом, здоровьем, учились на отлично. Ну, хорошая площадка, нам нравится. А еще бы побольше таких площадочек, вот где центральная рядом со школой, там не хватает такого спортивного уголочка. Во время торжественного открытия площадки Ксения Лукина выполнила упражнения на новом турнике. За один подход она может подтягиваться 50 раз. Следом за рекордсменкой выстроилась очередь из желающих попробовать свои силы и научиться делать так же. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.